Брэдли? Да, мам. Что это ты так рано дома? Воспользовался своими отгулами, пока они не пропали. Разве ты не идешь на бандитов? Этим есть кому заняться, мам. Все хорошо? Точно. Пора разбивать об него бутылку шампанского. Если хотите доставить его сегодня домой на юбилей, я бы вам не советовал. Да. Послушайте, я хотел сказать, мне так повезло, что я встретил вас. Я ухожу. И вы сделаете так, чтобы мой брат ушел со мной.